Всем привет! Это вы на канале TV Show Friends, и вы смотрите наш первый влог. Да, и мы на Масленице. У нас, короче, эти близнецы выступают, вот, так что увидите. Да, приятного просмотра. Даш! Полина! Полина в своем. Она всегда в своем. Мальчики, где вороны сидят? Я больше не вспоминаю, что эти вороны. Только мы можем зеркально заняться. И Матвей такой. Ноги расширят, глаза выпучат. Зиму русскую, румяную, холодную, к нам в гости позовем. Зимний месяц в песнях славится. Он всегда народу люб. Появись, зима, красавица. Отзовись, ответь, красавица, на призыв звенящих труб. Полин, давай, я Макаря, ты Матвея. Это Кондратова. Прикинь? Какая? Да. Микрофон, микрофон. Ой, он не работает. Включай. Да, очень холодно на улице. Вот. А вон и идет другие. Да, вон и идет. Полина, Таня. Да нет, короче, выклонки. О, джентльмен наш. Мне отдали. А я А где они сами? Они еще раз пошли играть. Да, с Машей. Да, у меня ноги сверху. Вот, короче, мы пошли греться. О чем вы вообще разговариваете? У меня просто красные. Да, на камеру, на камеру. Мы не идем. Мы идем пятерочку. Вот, а пацаны, они там играют. Кстати, вот эту девочку больше не хочет с нами сниматься. Да, это все из-за вас, если честно. Да, вот потому что, знаешь, вот вы пишете вот такие вот тупые комментарии. Да. Жируха, не умеет ходить. И вы нас обзываете, и вот вы не понимаете то, что людям неприятно такие вот комментарии читать. Вот. Короче, вот. Если вы хотите, чтобы она вернулась, то... Присылайте плюсики в комментариях. Да, в комментариях присылайте под этим видео плюсики. Ну, потому что, ребят, реально очень обидно. А кто не хочет, то минус. Потому что вы ее обзываете, и мы уже сказали. Вот, и... А кто не хочет в минус, и смотря сколько будет плюсиков в минусов, то мы, короче, поймем. Да, потому что, ребята, вот, поймите то, что если бы вас бы обзывали бы так же, и вам бы не было бы приятно. И вот, честно, вот это вот читать, это вот так портит настроение и портит мотивацию к съемкам. Вы просто гнобите человека. Так что, ребят... Просто вот напишите плюсики или минусы. Если будет больше плюсиков, то она вернется, да, Таш? А мы сейчас идем в пятерочку. Просто экономия. На 1000 рублей. Няма.
Маш, скажи привет. Как дела? Нормально. Нормально. Круто, няня, помощь маме. И папе. И папе. И маме. Купили. Все, купили, идем. Да. Да, пришли. Кого это? Тихо, Матвей. Я видео снимаю. Молодец. Да, что ты сейчас смотришь? А, снимаешь? У тебя айфон? Не. Алина. Снимай, снимай! Я не могу открыть. О, мальчик! Проиграл! Бери, Тань. Да. А я боюсь, а вдруг он горячий? Наоборот, чтоб теплый был, а то холодно. Шевелись. Таня довольна. Быстрее покупаем, пока их нет. Я сейчас не могу. Сейчас Манис так и Манис, давай. Манис. Ты смеялась. Ты смеялась, проиграла. Давай другой рукой. Нет, у меня левая слабая. О, не страта выйдет. Надо пищу работать. Начали. Дайся, давай. Ты левая слабая. Что, не можешь? Тань, давай я с тобой. Зато я Полину победила. Уже блинов съел свой. А потому что я с тобой. Да. Потом я с тобой, Маня. Ну, короче, Данил победил. Манису давай! Да, браво, Маниша! Маниша! Сварь, мне кажется, страшно. Тань, давай ты сварь! Она кадет. Не, давай, давай налево. Давай налево. Ну, мы попробуем. Сейчас попробуем. Раз, два. Лево, он, кажется, победил. У него лево сильнее. Сам-сам, я. Раз, два. Куда? Я не убрал руку. Я командир. Да. Начали. Давай, я с Дашей. Еще мы поспорили, если вы проиграет Алина, то она должна покрасить губы фиолетовой помадой. С Настей, вон той девочкой там. Тарасик, ты вот мне не дашь помаду красить, не разрешишь. На. Я сценику должна, и тогда, если я проиграю, я крашу губы фиолетовую помаду. Давай с тобой, Тань, потом. Левый. О, левый, у меня еще. Раз, два, три. Я все равно сильнее всех. Давай с тобой, мы с тобой не были. Да уйди. Давайте, спор сейчас. Раз, два, три. Давай с тобой. Это на самом деле мои проблемы, что ты слабее. Все. Давай. Раз, два, три. Давай с тобой. Все, выиграла, давай пять. Раз, два, три. Рука болит. Так, ну все, я буду участие. Спасибо. Ура, блинки. Но...
кайф. Да, Маш? Она не дырявится. В общем, мы сейчас будем играть в Муранию. Я буду Мурани, потому что я в той вот игре. Вот с этой игры, и мы именно начали снимать наш сериал Мурани. Ой, боже, после я запуталась. Сейчас девки откуда ушли куда-то, мы не знаем. Да. Ладно, давайте здесь пофиг. Ну, короче, они пришли жрать, и мы их такие кинули. Такие. Вот, вон, кстати, вот здесь, Саша, типа ваза, вот эта штука. Здесь мы, правда, не снимали. Зато мы снимали вот здесь. Вот это сняли. Здесь была первая серия, кстати, снята. Вот. В общем, мы сейчас будем играть. Вот смотрите, как Таня ходит, как Мурани. И мы типа вот так, знаете, типа это база, мы здесь прячемся и бегаем. А Таня Мурани за нами. Да, можно. Не, я просто говорю. Я еще в своей базе. Вот и что вы говорите, что неправильно? Нормально мы ходим? Мы же правильно ходим. Что, тварина? Манишка, Манька! Как тут дверь? Вот, ну, типа. Манька, иди сюда! Все, Маня убежала. Давайте, пойдемте тоже. Тань, беги как Мурания. Пойдемте с нами. Страхово. Играть в такую игру, конечно. Мурань идет. Наша Муранья. Кстати, где Данила Матвеевич? Маша. Скажи привет. Ах, они из жопы. Вот наша земля, покажи нашу Зиму. Зимушка наша. Пока давайте играть. Давайте. Они ради еды на все готовы. Пойдемте побегаем, вот этот неинтересный просто. Бегите. Смотрите. И типа такой... Давайте я пойду, Мань! Где вон портфель? Упс! Маша? Маня! Муранья! Вот так проходит фотосет, да? Фотосет? Фотосет. Фотосет. Память заполнена. Вот так! Итак, мы, короче, уже посидели дома, потому что нам стало очень холодно. Зарядили телефон мой, потому что он разрядился. Поэтому мы снимали на Тане на телефон нашу игру. Сейчас мы пойдем опять гулять и пойдем ко мне домой в гости. Ну, потом, это будет уже в 6:30, а сейчас время 6:00, правильно? Я не ошибаюсь? Конечно. Вот, сейчас идем за Таней и Маниджи и пойдем дальше гулять. Я уже, по-моему, это сказала. В объятия заключи и в моей груди стучи. Холодными ладонями мир, в котором тонем мы. Неизвестной глубины, повсюду пробоины. Так, Бакарди, танцы в моей кровати. Не говори мне хватит, снимай свое платье. Так, Бакарди, танцы в моей кровати. Не говори мне хватит, снимай свое платье. Пришли на каток, называется, да. Мы сейчас пошли, короче, в лес. А, ну, так, можно так сказать, пофоткались. Так. Немного... Сегодня прикольный день. Да. Тут... И сейчас вот такие... У меня такое лицо было. А я. Всем привет. Да. Это моя любовь, моя Space Girl. Давай туда поедем. Yeah. Сама говорит, фиговая песня, сама тут поет. Давай ты ко мне. Поедешь и приучишь. А если такие громкие? А если я... Давай, не волнуйся. Не громче не прыгаешь. White J's, white Porsche, white wrist, white horse. High bitch, high bitch, high bitch, high bitch. I do not sniff it or roll it. Nope. It do not drip when I pull it. Nope. I do not run, I reload nope. it. Nope. I do not save it, I throw it.